Привет-привет! С вами канал Виколь Рукоделие. Сегодня я начинаю вязать мастер-класс по вот такой вот схеме. Так, красивые бутоны цветов здесь изображены, но получается, я не смогла определиться, какой же цветок изображен. Поэтому я назову эту салфетку бутон. Так, и буду вязать ее тоненькой хлопковой пряжей Оливия. Это 100% хлопок, в нем 100 граммах 900 метров. И также взяла крючок 1 миллиметр. Так, и ознакомимся с нашей схемой. Схема у нас состоит. Вот, из воздушных петелек обозначены точечки, так. Столбики с тройным накидом, тут идет параллельно вот три черточки. Дальше здесь я смотрю, идет по два накида столбики. Так, дальше идут столбики с одним накидом. Так, и дальше, что у нас дальше? Столбики с одним накидом, воздушные петли. Так, здесь столбики с двойным накидом, смотрю, по две палочки. Здесь у нас будут идти узор, вот, 2, 4, 6 столбиков с двойным накидом и соединяться сверху одной воздушной петелькой. И здесь также, ну, как всегда, состоит из столбиков с разным количеством накида и воздушных петель. Так, ну что ж, давайте начнем. Изначально нам нужно набрать 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушных петель, которые мы замыкаем в цепочку. Так, возьмем ниточку и будем вязать. Делаем первую такую петельку для начала. Так. И вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Такая цепочка получилась, и ввязываем в первую воздушную петельку и соединяем. Получился у нас такой маленький кружок в центре. Так, дальше у нас по схеме. Так, мы вяжем для подъема 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. Затем 3 промежуточные петельки. Затем столбик с тройным накидом, 3 воздушные петли, столбик с тройным накидом, 3 воздушные петли, столбик с тройным накидом. И так по кругу, с учетом подъема у нас должно получиться 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 таких столбиков и между ними по 3 воздушные петельки. Так, где мы здесь завершили? Соединение уже перекрутилось у меня в руках. Так, вот мы сделали соединение. Так, я извиняюсь, кто-то делает ремонт, поэтому немного будут, возможно, слышны шумы в видео. Так, делаем подъем. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. Так, затем 1, 2, 3 промежуточные, 1, 2, 3 накида на крючок и в наш центр круга, да, делаем провязывание, захватываем ниточку и вяжем столбик с тройным накидом. Вот так получается. Снова 1, 2, 3 воздушные петли,
3 накида на крючок и снова в центр круга и провязываем столбик с тройным накидом. Далее раз, два, три воздушные петли, 3 накида и снова столбик провязываем с тройным накидом. Здесь так, вот так. Давайте провязываем по кругу таким узором. Провязан 12 столбик. И сейчас выполним соединение. Вяжем 1, 2, 3 воздушные петли. И вот здесь вот при подъеме делаем вязывание в 6-ю петельку. То есть оставляем с краю 1, 2, 3 воздушные петельки. Да, промежуточные. Делаем вязывание и соединяем. Вот такая у нас серединка получилась. Ниточку я пустила в круговую под столбики, подтянула серединку, она сузилась, и теперь можно ниточку обрезать. Вот так. Так, вот так. Дальше у нас по схеме. Мы вернемся сейчас одной петелькой назад. Сделаем подъем из 4 воздушных петель, 3 промежуточные петельки. Дальше над нижней арочкой из 3 воздушных петель мы будем вязать по 4 столбика с двойным накидом. Снова 3 воздушные петельки и дальше снова над нижней арочкой из 3 воздушных петель по 4 столбика с двойным накидом. Как это делается? Вот было соединение. Я сейчас развернусь. Так. Сделаю полустолбик назад. Развернусь. Вот. Я, получается, где? И делаю 1, 2, 3, 4. Подъем из 4 воздушных петель. Затем 1, 2, 3 промежуточные, делаю 2 накида на крючок и над арочкой между столбиками, да, буду вязать 4 столбика с двойным накидом. 1, 2, 3, 4. Дальше снова 1, 2, 3 воздушные петли, 2 накида и дальше между следующими столбиками в арочке из 3 воздушных петель также вяжем по 4 столбика с двойным накидом. Вот так. И по кругу. Как у нас заканчивается этот ряд? Вот этот подъем, который мы делали, это тоже считается столбик с двойным накидом. Вот я подошла к концу, решила вам показать соединение. 1, 2, 3 воздушные петли, 2 накида. Довязываем сюда, получается, 1 столбик с двойным накидом. 2 столбик с двойным накидом и 3 столбик с двойным накидом. И дальше просто оставляем с этой стороны сверху 3 воздушные петли промежуточные, делаем вязывание и соединяем. И вот у нас, как и везде, выглядит 4 столбика с двойным накидом. Это у нас получается должно выйти 2, 4, 6, 8, 10, 12 подходов по 4 столбика с двойным накидом. Давайте посмотрим, что у нас на третьем ряду. Так, потому что мы только 2 провязали. На третьем ряду вот у нас было соединение. Мы сейчас продвинемся на
арочку, да, из 3 воздушных петель, сделаем 3 воздушные петли, столбик с одним накидом, потом 3 воздушные петли, снова 2 столбика с одним накидом в эту же нижнюю арочку, снова 3 воздушные петли, столбик с одним накидом, 2 штуки. А я вот думаю, тут с одним накидом или с двумя идет, потому что столбики высокие нарисованы, а черточка непонятно. Не, все-таки с одним, потому что когда 3 воздушные петли, это 1 столбик с накидом. Значит, мы так вяжем по кругу по 2 подхода 2 столбиков с одним накидом, между ними 3 воздушные петли и также промежуточные над нижними столбиками воздушные петельки, да, вяжем по столбику с одним накидом. Вот у нас было соединение. Так, мы продвигаемся полустолбиком буквально один раз и делаем подъем. 1, 2, 3 воздушные петли, накид, 2 столбик с одним накидом. Дальше 1, 2, 3 воздушные петельки, накид, и в эту же арочку 1 столбик с одним накидом и 2 столбик с одним накидом. Снова 1, 2, 3 воздушные петли, накид. Переходим к следующей арочке. Вяжем здесь снова 1 столбик с одним накидом и 2 столбик с одним накидом, 3 воздушные петли. И снова 2 столбика с одним накидом. Вот так. И дальше по кругу вяжем, так и чередуем. Ну, соединение, я думаю, тут элементарное, поэтому соединяем самостоятельно. Завершили мы третий ряд. Посмотрим, что у нас в четвертом. Четвертый ряд. Так, мы вяжем так, как и третий ряд, но уже между столбиками вот этими в арочке мы вяжем 3 столбика с одним накидом, 3 воздушные петли, 3 столбика с одним накидом в эту же арочку. Над следующей арочкой мы вяжем как 3 воздушные петли, делаем соединение в средней и нижней петельке, снова 3 воздушные петли. Дальше в арочке между столбиками мы вяжем 2 столбика с одним накидом, 3 воздушные петли и снова 2 столбика с одним накидом. И так мы будем чередовать. Между столбиками у нас будет идти то 3 столбика с одним накидом, дальше по 2 столбика с одним накидом, потом снова 3 столбика с одним накидом. И вот так вот чередуем, как вот нарисовано на схеме. Так, для этого мы сейчас продвигаемся полустолбиком к нашей арочке. Ой, так, чтобы красиво было, и все. Так, делаем подъем из 1, 2, 3 воздушных петель. Это считается как 1 столбик с накидом. Потом делаем 2 столбик с одним накидом и 3 столбик с одним накидом. Далее 1, 2, 3 воздушные петли, накид. И снова в эту же арочку мы вяжем 3 столбика с одним накидом. Так. Затем 1, 2, 3 воздушные петли в нижнюю петельку на арочке, да, промежуточной, делаем ввязывание и соединение, можно полустолбиком. Снова 3 воздушные петли, так, накид, и в следующей арочке вяжем 2 столбика с одним накидом, 3 воздушные петли и снова 2 столбика с одним накидом.
Далее 1, 2, 3 воздушные петли. Снова в нижнюю воздушную петлю на цепочке промежуточной. Соединяем снова 1, 2, 3 воздушные петли. И дальше между столбиками в арочке вяжем снова 3 столбика с одним накидом. Так. 3 воздушные петли и снова 3 столбика с одним накидом. Так, 2, 3. И вот так вот чередуем. То по 3 столбика с одним накидом, потом 2 столбика с одним накидом, снова 3 столбика с одним накидом. Дальше у меня будет идти по 2 столбика с одним накидом. И так по кругу вяжем, чередуя, не запутайтесь. Вот мы завершили 4-й ряд. Давайте посмотрим, что у нас на 5-м. На 5-м ряду у нас... На 5-м ряду у нас уже провязывается по 4 столбика с одним накидом, но смотрите, нам нужно продвинуться ко второму столбику нижнего ряда, и тогда получается 2 столбика у нас провязывается над нижними двумя столбиками, пропуская первый. 3 воздушные петли, затем 2 столбика с одним накидом на цепочке из воздушных петель, и остальные 2 столбика идут над нижними двумя столбиками, так и последний не провязанный. Затем 3 воздушные петельки ввязываются в первую воздушную петлю, вот здесь после столбика. Снова 3 воздушные петли и ввязывается вот здесь в воздушную петельку, да, перед следующими столбиками. И снова 2 подхода из 2 столбиков с одним накидом и между ними 3 воздушные петельки. Так, давайте мы с вами сейчас провяжем. Так, ой. Провяжем. Так, мы продвигаемся ко второму столбику нашему, так, вот, делаем подъем, 1, 2, 3 воздушные петли, накид, и второй столбик мы вяжем над соседним столбиком, вот видите, мы пропустили внизу один столбик, затем накид и довязываем 2 столбика с одним накидом на цепочке. Дальше идет 1, 2, 3 воздушные петли, накид. 2 столбика мы вяжем под цепочкой, да, на цепочке, под цепочкой. Так, и остальные 2 столбика мы вяжем над столбиками. Раз и два. Последний столбик также остается недовязанным. В начале мы пропускаем и в конце мы не довязываем. Дальше вяжется 1, 2, 3 воздушные петли. Ввязываем в первую воздушную петельку. Так вот. В первую воздушную петельку после столбиков и соединяем. Дальше вяжется 1, 2, 3 воздушные петли и делаем ввязывание теперь вот здесь, да, перед столбиками на воздушной петельке. Так, затем, так, что-то я, затем вяжем 1, 2, 3 воздушные петли, и где у нас идет по 2 столбика с одним накидом, мы так и вяжем 1 столбик с накидом, 2 столбик с накидом, 3 воздушные петли, снова 2 столбика с одним накидом, 1 и 2. Снова повторяется узор 3 воздушные петельки, делаем ввязывание в первую воздушную петлю после столбиков, да, вот здесь соединяем в этом узоре. Дальше 1, 2, 3 воздушные петли и в воздушную петельку перед столбиками. Так, вот здесь
Дальше вяжем 1, 2, 3 воздушные петли, накид, и делаем ввязывание во второй столбик, во второй, пропуская первый. Так, второй столбик вяжем рядом над столбиком, и снова 2 столбика с одним накидом на цепочки, да, или варочки между столбиками. Снова 1, 2, 3 воздушные петли, и опять же 2 столбика мы вяжем на цепочки нашей арочки, и следующие 2 столбика вяжем над нижними столбиками. 1, 2, опять же последний недовязанный остается. Вот такой узор в этом ряду. Думаю, все понятно, легко и просто довязываем. Пятый красивый ряд завершен. Переходим к шестому. Так, ой. К шестому. Правильно, к шестому переходим же. Так, тут мы тоже после соединения продвигаемся к соседнему столбику и начиная со второго столбика, мы вяжем 1, 2, 3 столбика над нижними столбиками и 2 над арочкой. И у нас уже получается по 5 столбиков. Потом снова 3 воздушные петли, 2 столбика над арочкой и 3 столбика над нижними столбиками. Затем 3 воздушные петли, ввязываем среднюю петельку, да, вот этой нижней арочки, которая была. Так, потом снова 3 воздушные петли и по 2 столбика с одним накидом, и между ними 3 воздушные петельки. Так, давайте провяжем это все. Так, продвигаемся к соседнему столбику. Так, делаем подъем 1, 2, 3 воздушные петли, накид, второй столбик над нижним столбиком, третий столбик над нижним столбиком, накид и 2 столбика варочки на цепочке. Так, как видите, мы тоже оставили с краю один столбик. Вот один столбик. Это у нас было 3 воздушные петли с узора. Не путаем. Вот так вот со второго столбика начали. Теперь у нас провязано 2, 4, 5 столбиков с одним накидом. Дальше вяжем 1, 2, 3 воздушные петли, накид. Варочки провязываем 1 столбик и 2 столбик. Так, затем остальные 3 столбика вяжем над нижними столбиками. 1, 2, 3. Так, снова не довязывая последний столбик. Далее вяжем 1, 2, 3 воздушные петли. Вот у нас следующий элемент узора, в среднюю петельку вот сюда делаем ввязывание и соединяем. Снова 1, 2, 3 воздушные петли, накид, и здесь у нас идет 2 столбика с одним накидом. 1, 2, 3 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. Снова вяжется 1, 2, 3 воздушные петли в нашем в этом узоре, в среднюю воздушную петельку вот здесь вот в арочке делаем соединение. Снова 1, 2, 3 воздушные петли, и дальше продолжаем вязать столбики, начиная ввязывать со второго столбика, с краю один пропускаем. 1, 2, 3 столбика идет над нижними столбиками и 2 столбика на воздушной цепочке. Ну, там узор дальше повторяется. В принципе, все легкое. Довязываем до конца.
После шестого ряда переходим к седьмому. Так, седьмой у нас вяжется все так же само, но уже идет по 2, 4, 6 столбика с одним накидом. Начинаем также со второго столбика. Так, уже получается 4 столбика над нижними столбиками и 2 столбика в арочку, да, между нижними столбиками. Так, 2 столбика с накидом попадают на арочку. Затем снова 3 воздушные петли, 2 столбика с одним накидом в арке и остальные 4 столбика над нижними столбиками. Затем мы уже такой узор внизу вязали, да, 3 воздушные петли ввязываем, господи, заговариваюсь, в первую воздушную петельку после столбика в нижних, снова 3 воздушные петли и делаем ввязывание в воздушную петельку перед этими столбиками, снова 3 воздушные петельки и 2 столбика с одним накидом, 3 воздушные петельки и 2 столбика с одним накидом. В принципе, все элементарно, просто, и провяжем. Так, провяжем. Так, продвигаемся во второй столбик. Так, полустолбиком. Подъем делаем 3 воздушные петли. Считаем, это первый столбик с накидом. Дальше рядышком второй столбик с накидом. Рядышком третий столбик с накидом. И в конце над нижним столбиком четвертый столбик с накидом. Дальше 2 столбика идут на цепочки или арочки между столбиками нижними. Так. Так. Затем 1, 2, 3 воздушные петли. Снова 2 столбика мы вяжем. Ой, боже, что-то у меня сегодня. 2 столбика вяжем в арочки. Так. Потом накид, остальные 4 столбика вяжем над нижними столбиками. 2, 3, 4. Так же, как и в нижних рядах, получаются недовязанные крайние столбики. Затем 1, 2, 3 воздушные петли. Делаем ввязывание в первую воздушную петлю после столбика, да, на цепочке. Соединяем. 1, 2, 3 воздушные петли. И теперь перед этими столбиками воздушную петельку тоже делаем ввязывание и соединение. Дальше 1, 2, 3 воздушные петли, накид. И здесь у нас без изменений. 2 столбика с одним накидом, 3 воздушные петли и 2 столбика с одним, так, и 2 захватила там, 2 столбика с одним накидом, 1 и 2. Снова 1, 2, 3 воздушные петли. Здесь также само делаем ввязывание в первую воздушную петельку после столбика. 3 воздушные петли и воздушную петельку перед этими столбиками. Так, вот так. И дальше продолжаем узор так же само, как и начинали. Уже по 6 столбиков с одним накидом. Продолжаем. После вязания седьмого ряда переходим к восьмому. К восьмому. Восьмой ряд у нас вяжется так же само, как и предыдущие. Но здесь мы вяжем уже 2, 4. Так. 2, 4, 6, 7 столбиков с одним накидом. Так же само начинаем со второго нижнего столбика. 2 столбика выходит у нас на арочку, снова 3 воздушные петли, 2 столбика в арочке и 5 столбиков уже вяжем над нижними столбиками. Затем вяжем здесь уже, смотрите, 4 воздушные петли, которые соединяем вот здесь над арочкой из 3 воздушных петель и снова 4 воздушные петельки и
2 столбика с одним накидом, 3 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. Давайте еще этот рядок провяжем. Так, продвигаемся вот к соседнему столбику. Так, и вяжем, как и в предыдущих рядах, подъем 3 воздушные петли. Теперь здесь у нас будет 5 столбиков с одним накидом с учетом подъема. Так, 3 уже есть, 4, 5 столбиков у нас идет над нижними столбиками, и 2 столбика мы провязываем в арочку. Так, 3 воздушные петли, снова 2 столбика в арочку у нас вяжется. Так, и 5 столбиков над нижними столбиками. 1, 2, 3, 4, 5. Так же, как и в нижних рядах, вот остаются крайние столбики недовязанные. Дальше вяжем 1, 2, 3, 4 воздушные петли. Так, вот в эту арочку. Из 3 петель посередине делаем ввязывание и соединяем. Снова вяжем 1, 2, 3, 4 воздушные петли, накид. И переходим к вот этому узору. 2 столбика с одним накидом. И между ними 3 воздушные петли. И снова 2 столбика с одним накидом. Вот так. Узор легкий, мы вязали, только изменилось у нас количество столбиков вот здесь. Все, продолжаем вязать. После 8 ряда переходим к 9. Так, что у нас на 9? На 9 у нас узор, смотрю, повторяется, но идет на уменьшение, и мы начинаем вязать с 3 нижнего столбика, и получается у нас 1, 2, 3, 4, 5 идет столбиков над нижними столбиками и 1 столбик над арочкой или в арочку вяжем. Потом 3 воздушные петли, снова 1 столбик в арочку провязывается, и 1, 2, 3, 4, 5 столбиков вяжем над нижними столбиками и 2 столбика не довязываем с этой стороны. Затем идет цепочка 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель, и уже переходим к столбикам, где у нас было вот здесь 3 воздушные петельки, да, между столбиками вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков. И я смотрю с двойным накидом. Ну, давайте провяжем теперь этот узорчик. Мы продвигаемся к 3-му столбику. Правильно, к 3-му столбику, как было по схеме. К 3-му вяжем 1, 2, 3 воздушные петли подъема. Это у нас считался как первый столбик. Теперь вяжем остальные столбики. Так, 2 будем считать. 3, 4, 5. Все правильно, 5 столбиков получилось над нижними столбиками. И 6 мы провязываем в арочку. Затем 1, 2, 3 воздушные петли, накид, 1 столбик в арочку провязываем, и следующие 5 столбиков над нижними столбиками. 1, 2, 3, 4, 5. И вот получается и с этой стороны у нас осталось 2 недовязанных столбика. Дальше вяжем 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. Цепочка, да? Да.
два накида по схеме, и пропуская этот элемент, переходим к вот этой арочке между столбиками и вяжем сюда 7 столбиков с двойным накидом. Так, раз провязали, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дальше снова вяжется 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель, накид, и тут продолжаем узор такой же, как мы и начинали. Делаем ввязывание в третий столбик, в третий, так, и довязываем столбики 2, 3, 4, 5 столбиков над столбиками и 6-й в арочку. Ну, дальше узор повторяется. Вот так вот у нас начинается 9-й ряд, и довязываем по кругу. Так, что-то в этом ряду у меня, вот видите, салфеточка завернулась. Ну, надеюсь, в 10-м ряду узор поможет выпрямиться. Поэтому пока не паникуем и смотрим, что дальше, и вяжем тоже дальше. 10-й ряд мы также вяжем в третий столбик, и получается 1, 2, 3, 4 столбика над нижним столбиком, 1 столбик идет в арочку, затем 3 воздушные петли, снова 1 столбик в арочку и 4 столбика над нижними столбиками. Затем вяжется 2, 4, 5 воздушных петель, столбик с двойным накидом в нижний столбик, воздушная петелька, столбик с двойным накидом в соседний столбик. Ну, вы поняли, идет 2, 4, 6 столбиком с двойным накидом в промежутке с воздушной петелькой. Так, сейчас будем провязывать и надеемся на выравнивание нашей салфеточки. Так, пробираемся полустолбиками к третьему столбику. Делаем 1, 2, 3, подъем, провязываем накид и довязываем столбик с одним накидом. И у нас должно получиться 4 столбика над нижними столбиками. Так и есть. И 1 столбик в арочку. Затем 1, 2, 3 воздушные петли, столбик в арочку, так, и остальные 4 столбика мы вяжем над этими нижними предыдущими столбиками. Так, 3, так, и 4 столбик. И получается, как и в нижнем ряду, мы не провязываем крайние 2 столбика. Дальше идет 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель, цепочка, 2 накида. Переходим к нашим столбикам, и над каждым нижним столбиком мы вяжем столбик с двойным накидом, воздушная петля, 2 накида в соседний столбик. Провязываем, воздушная петля, 2 накида, столбик, так, воздушная петля, 2 накида, провязываем столбик, так, воздушная петля, 2 накида, провязываем, воздушная петля, 2 накида, столбик, воздушная петля, 2 накида и столбик. Вот так вот получается, расширяем наш
вверх, так сказать. Потом 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель, 1 накид, и в третий столбик ввязываем. И дальше у нас идут столбики с одним накидом. Так, 4 столбика над нижними и 5 в арочку. Вот так. Дальше узор пойдет так, как мы и начинали. И вот таким вот способом довязываем наш 10 ряд по схеме таким узором. 10 ряд почти распрямил салфеточку, но еще надо буквально чуть-чуть, поэтому не переживаем, все распрямится. Пока вяжем дальше. Дальше у нас идет 11 ряд. Также само отступаем 2 столбика внизу. Теперь у нас вяжется 3 столбика над нижними столбиками, 1 столбик в арочке, 3 воздушные петли, снова столбик в арочке и 3 столбика над нижними столбиками. Так, затем уже идет 4 воздушные петли, и здесь смотрим, какие изменения. Над нижними столбиками в начале вяжем 2 столбика с двойным накидом в одну и ту же нижнюю петельку, затем 3 воздушные петли и делаем соединение на воздушной петельке, снова 3 воздушные петли и соединение, 3 воздушные петли и соединение, 3 воздушные петли и соединение. И так вот довязываем 3 воздушные петли и 2 столбика с двойным накидом в одну и ту же нижнюю петельку провязываем с краю. Так, давайте провяжем 11 ряд. Так, мы продвигаемся к третьему столбику. Вот так. И вяжем подъем из 3 воздушных петель. И довязываем еще 2 столбика с одним накидом в нижние столбики. Вот у нас получилось 3 столбика над нижними столбиками и 1 столбик в арочке. Затем 1, 2, 3 воздушные петли, накид. Вяжем 1 столбик с накидом и 3 столбика довязываем над нижними столбиками. 1, 2, 3. Так, дальше идет 1, 2, 3, 4 воздушные петли, 2 накида, и над первым столбиком вот в петельку мы вяжем 1 столбик с двойным накидом и 2 столбик в ту же нижнюю воздушную петлю. Так, дальше у нас было 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И делаем соединение вот между столбиками воздушную петельку. Вот так. Снова вяжем 1, 2, 3 воздушные петли. И дальше в воздушную петельку делаем соединение. Снова 1, 2, 3. И соединение между следующими столбиками 1, 2, 3 и дальше. Вот так получаются такие маленькие арочки. 1, 2, 3. Снова соединение. Так. 1, 2, 3. И соединение. Вот так. 1, 2, 3, 2 накида и над последним столбиком вяжем столбик с двойным накидом. 1 и 2. Так. Затем 1, 2, 3, 4 воздушные петли и переходим к нашим столбикам. Вот в третий столбик, да?
С одним накидом вяжем. Ой, так, убежала петля. Один столбик с накидом, второй столбик, третий столбик над нижним столбиком. Так, схема ко мне приползла. Так, так, и один столбик в арочке. Ну, дальше, так как мы начинали, вот такой узор получается у нас. Довязываем до конца 11 ряд. Салфетка пошла на выравнивание. Это очень радует, очень радует. Она уже почти прямая, поэтому вяжем дальше и не беспокоимся. Так, дальше, дальше у нас идет 12 ряд. Мы также начинаем с третьего столбика. Теперь у нас два столбика провязываются над нижними столбиками, затем один столбик в арочке, затем 3 воздушные петли, снова столбик 1 в арочке, остальные 2 столбика над нижними провязывается. Так, уже здесь идет 3 воздушные петли, и я смотрю столбики здесь, смотрите, 2 столбика с одним накидом ввязывается над нижним столбиком в одну и ту же петлю. Затем столбик с одним накидом вяжется над соседним столбиком, да, вот здесь, вот в соседнюю петельку. Далее идет 2 воздушные петли и 2 столбика с двойным накидом ввязываем вот это соединение, где у нас было, так. Снова говорю, вяжем дальше 3 воздушные петли и соединение в арочке идет. Соседние, снова 3 воздушные петли, соединение посередине в арочке нижней, 3 воздушные петли, соединение в нижней арочке посередине, 3 воздушные петли, снова соединение в арочке, 3 воздушные петли, соединение в арочке, 3 воздушные петли, и смотрите, в точку соединения вяжем 2 столбика с двойным накидом в одну и ту же петельку. Затем 2 воздушные петли, столбик с одним накидом над первым нижним столбиком и 2 столбика с одним накидом в одну и ту же петельку над вторым нижним столбиком. Ух, узор, ух, узор. Ну ничего, провяжем. Провяжем, провяжем, провяжем. Итак, продвигаемся к третьему столбику. Так, к третьему столбику делаем подъем из 3 воздушных петель и вяжем рядышком столбик с накидом. И так у нас уже получилось 2 столбика и 1 в арочке. Так, затем 1, 2, 3 воздушные петли, 1 столбик в арочке и 2 столбика над нижними столбиками вяжем, так, провязываем в петельки. Затем идет 1, 2, 3 воздушные петли, накид 1 над первым нижним столбиком, вот здесь, где у нас были столбики, да, вяжем в эту петельку 2 столбика с одним накидом, 1, 2. Соседнюю петлю, то есть над соседним столбиком, мы вяжем 1 столбик с одним накидом. Вот так вот у нас получается. Дальше вяжем 2 воздушные петли, делаем 2 накида. И вот у нас было соединение, да? Мы вот сюда вот делаем ввязывание и провязываем туда в петельку 2 столбика с двойным накидом. Вот так. Видите, как получается? Дальше вяжем 3 воздушные петли. И вот у нас арочки внизу. И посередине делаем соединение. Очень
мелкая нитка и крючок, поэтому я делаю под арочку и стараюсь так, чтобы на середине было соединение. Оно будет держаться, оно никуда не сдвинется. Так, делаем, опа, соединение. Раз, два, три воздушные петли. И сюда. И дальше. Раз, два, три. Раз, два, три. Так. Сообразим. Делаем еще одну арочку. Так, ой, что-то нитка крутится, крутится, крутится. Так, и соединяем. Дальше вяжется раз, два, три воздушные петли, два накида. И вот здесь, где был промежуток. Так. Где был промежуток? Вот, соединение, то есть вот. Мы сюда ввязываем и провязываем два столбика с двойным накидом в одну и ту же нижнюю петельку. Так. Дальше две воздушные петли, накид над первым столбиком нижним, да, вот у нас были. Вяжем один столбик с накидом. И во второй вяжем два столбика с накидом, то есть наоборот, потому что с этой стороны мы вязали два, потом один, а с этой наоборот, чтобы оно смотрелось. Вот такие вот арочки красивые получаются. Дальше снова вяжем раз, два, три воздушные петли, один накид, в третью петельку провязываем один столбик с накидом. Рядышком второй и третий столбик идет в арочке. Там узор дальше повторяется. Вот так вот оно пока у нас все получается. Вяжем до конца. После 12 ряда переходим к 13. Так, 13 у нас уже вяжется. Один столбик над нижним столбиком, да, вот в третьем уже. И один столбик идет в арочке. Три воздушные петли, один столбик в арочке и один столбик над первым столбиком. Затем три воздушные петли. Дальше три столбика с одним накидом над нижними петельками, тремя, так. Две воздушные петли. Дальше два столбика с одним накидом в одну и ту же нижнюю петельку, затем один столбик над нижним столбиком, 2 воздушные петли, снова 2 столбика с двойным накидом ввязываем в точку соединения, вот здесь 3 воздушные петли соединения в арочке, 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 3 воздушные петли, снова 2 столбика с двойным накидом ввязываем в соединительную петельку вот здесь внизу, 2 воздушные петли, затем 1 столбик с накидом над нижним столбиком, потом 2 столбика с одним накидом над вторым нижним столбиком, 2 воздушные петли и столбики с одними накидами, 3 штуки над нижними столбиками. Так, вроде бы все. Давайте провяжем. Сейчас продвигаемся к третьему столбику. Так, вот так. Вяжем 1, 2, 3 воздушные петли и второй столбик ввязывается в арочку, вот так. Затем 1, 2, 3 воздушные петельки, снова столбик в арочку 1 и второй столбик над первым столбиком, вот так. Так, вот так, так, вот так, так, но что-то берут меня сомнения, там вроде по одной воздушной петле, по одному накиду, а вроде бы и по два. Схема, конечно, не сильно понятная.
Вроде бы понятно, тут вроде бы просвечивается как два накида, а тут вроде один накид. Как его лучше вязать? Давайте, наверное, я не знаю, что сказать. Давайте вязать по два накида, потому что я смотрю, все-таки по два идет. Предыдущий ряд мы так и оставим. Предыдущий ряд. А сейчас будем вязать по два накида. Так, там у нас идет 3 воздушные петли. Я надеюсь, прежде чем вязать, вы немножко просматриваете. А даже это на узор сильно не повлияет, поэтому вяжем столбик с двойным накидом 1, столбик с двойным накидом 2, столбик с двойным накидом 3. Так. Дальше 2 воздушные петли, столбик с двойным накидом. Вот ввязыванием теперь сюда мы будем делать 2 столбика. Так, в одну и ту же нижнюю петельку. Так. 2 накида и следующий, третий столбик в соседнюю воздушную петлю. И это получается над соседним столбиком. Вот так. Дальше 3 воздушные петли, 2 накида. Вот точка соединения у нас. Мы здесь вяжем в одну и ту же точку, так сказать, петлю 2 столбика с двойным накидом. Вот так. Дальше 1, 2, 3 воздушные петли. Так, там точно 3 воздушные петли. О, там 2 воздушные петли. Боже, что-то у меня сегодня, честно говоря, не идет немножко мастер-класс, но ничего, вяжем дальше. Все нормально, 2 воздушные петли. И теперь вяжем 2 столбика с двойным накидом. Так, дальше 1, 2, 3 воздушные петли и соединение делаем в арочке посередине. Снова 3 воздушные петли и соединение в арочке. Так. 1, 2, 3 воздушные петли и соединение в арочке. 1, 2, 3 воздушные петли, соединение в арочке. Дальше идет 1, 2, 3 воздушные петли, 2 накида в точке соединения. Так, в точке соединения вяжем 2 столбика с двойным накидом. 1, 2. Дальше 2 воздушные петли, 2 накида. Вяжем над первым нижним столбиком 1 столбик с двойным накидом, над вторым рядом 2. Вяжем столбика с двойным накидом в одну и ту же петельку. Так. Снова 2 воздушные петли. И здесь у нас внизу было 3 столбика. Так. И мы вяжем над ними 3 столбика с двойным накидом в каждую из петелек. Так, вот так. Дальше 1, 2, 3 воздушные петли. Здесь идет ввязывание в третий столбик, вот так. И второй столбик идет в арочке. Дальше узор будет повторяться, вот такой, как мы только что провязали. Очень красиво получается. Все-таки хочу еще раз повториться, что все-таки, да, я вот этому даже рассказывала один столбик с накидом, а тут смотрю, ну реально два, поэтому я провязала с двойным накидом, и дальше будем вязать с двойным накидом. Все, заканчиваем этот, получается, какой у нас
13 ряд, 13, да, все правильно, или 12, 13 ряд, да, заканчиваем и вяжем дальше потом. После завершения 13 ряда можно переходить к 14. 14 ряд начинается у нас уже. Мы продвигаемся к арочке. Да, вяжется подъем 3 воздушные петли, 3 промежуточные и столбик с одним накидом. Дальше 3 воздушные петельки. 3 столбика с двойным накидом над нижними, 2 воздушные петли, 3 столбика с двойным накидом над нижними, 3 воздушными петлями, да, 2 воздушные петли, 2 столбика с двойным накидом в одну нижнюю петельку, затем столбик с двойным накидом в соседнюю петлю нижнего, да, над нижним столбиком, 2 воздушные петли, 2 столбика с двойным накидом в соединительную петельку вот здесь, 3 воздушные петли и делаем арочки по 3 воздушные петельки, снова 3 воздушные петли, 2 столбика с двойным накидом вяжем в соединительную петельку сюда, 2 воздушные петли, столбик с двойным накидом над нижним первым столбиком, 2 столбика над вторым нижним столбиком в одну и ту же петельку, 2 воздушные петли, 3 столбика с двойным накидом над нижними петельками, 2 воздушные петли и 3 столбика над нижними столбиками. В принципе, узор повторяется, но получается вот здесь вот чуть-чуть сдвигается. Ну, давайте сейчас провяжем этот узор. Так, продвигаемся к арочке. Так, продвигаемся к арочке. Делаем подъем. Раз, два, три воздушные петли. И раз, два, три. Это будут промежуточные накид. И столбик с одним накидом вяжем в арочку. Дальше раз, два, три воздушные петли. Два накида. И над нижними столбиками вяжем один столбик с двойным накидом. Рядышком второй столбик с двойным накидом и третий столбик с двойным накидом. Затем идет 2 воздушные петли и снова 3 столбика с двойным накидом над нижними столбиками. Так, второй и третий столбик. Так. 2 воздушные петельки, 2 накида. Здесь мы вяжем над первым столбиком в воздушную петельку 2 столбика с двойным накидом в одну и ту же петельку. Так, и третий столбик с двойным накидом мы ввязываем в соседнюю воздушную петлю. Дальше вяжем 3 воздушные петли, 2 накида и вот точку соединения внизу вяжем 2 столбика с двойным накидом в одну и ту же петельку. Вот так. Дальше. Ой. Дальше вяжем 3 воздушные петли и делаем арочку посередине нижней арочки. Вот так соединяем. Так. Раз, два, три воздушные петли и в соседней арочке делаем соединение. Раз, два, три и в соседней арочке делаем соединение. Дальше раз, два, три воздушные петли, два накида и снова в точке соединения рядышком вяжем 2 столбика с двойным накидом в одну и ту же. Так, точку соединения. Так, чуть-чуть не там вязала. Так, раз, два. Так, затем 2 воздушные петли, 2 накида. С этой стороны мы вяжем 1 столбик с двойным накидом над первым столбиком, над вторым мы вяжем 2 столбика с двойным накидом в одну и ту же петельку. Вот так.
затем 2 воздушные петли, 2 накида. Над соседними столбиками вот здесь мы вяжем снова 3 столбика с двойным накидом. Каждую петельку ввязываем по одному столбику. Вот так. Снова 2 воздушные петли, 2 накида. Так, и вяжем снова 3 столбика. Раз. Два, три. Дальше раз, два, три воздушные петли, накид. И вот здесь вот мы вяжем уже в арочку столбик с одним накидом, 3 воздушные петли и столбик с одним накидом. Тоже в арочку, вот так. Дальше узор у нас будет вязаться вот такой же, который мы сейчас провязали. Все, провязываем до конца. Переходим к вязанию 15 ряда. 15 ряд. Мы вяжем изначально так же само, как был и 14. Продвигаемся к арочке посередине, да, делаем подъем из 3 воздушных петель, затем 3 промежуточные петли и столбик с одним накидом ввязываем в арочку. Так, дальше идет 3 воздушные петли. Так, она тень очень падает. О, вот так. Дальше мы вяжем 3 воздушные петли, затем 3 столбика с двойным накидом над нижними столбиками, 2 воздушные петли, 3 столбика с двойным накидом над нижними столбиками, 2 воздушные петли. Снова 3 столбика с двойным накидом над нижними столбиками, да, там будет 3 воздушные, 3 петельки. Затем снова 2 воздушные петли. Дальше 2 столбика с двойным накидом ввязываем в нижнюю одну петельку, да, над столбиком этим. Затем столбик с двойным накидом в следующую петельку, это получится следующий столбик внизу. Дальше 2 воздушные петли, затем 2 столбика с двойным накидом в соединительную нижнюю петельку. 3 воздушные петли вяжем, делаем соединение в арочке на середине. Затем 3 воздушные петельки и снова соединение в следующей арочке. 3 воздушные петли и снова вяжем 2 столбика с двойным накидом в соединительную нижнюю петлю, 2 воздушные петли, столбик с двойным накидом над первым столбиком и 2 столбика с двойным накидом над вторым нижним столбиком. И дальше идет вот по 3 подхода с двойным накидом 3 столбиков и между ними по 2 воздушные петельки. Так же само, как и с этой стороны, но продолжается и стой. Так, и сейчас мы с вами провяжем уже 15 ряд. Так, быстро, быстро, быстро мы с вами ее вяжем. Так, сейчас продвинемся. Так, вяжем подъем, 1, 2, 3 воздушные петли, затем 3 промежуточные воздушные петли, накид и столбик с накидом вяжем в эту же арочку. Вот так, затем 1, 2, 3 воздушные петли, да, еще 3 вяжем, 2 накида. И над тремя нижними столбиками вяжем 3 столбика с двойным накидом. Вот так, 2, 3. Снова вяжем 2 воздушные петельки и 3 столбика с двойным накидом над нижними столбиками. Так, второй. Третий. Затем 2 воздушные петли и снова мы вяжем 3 столбика с двойным накидом над нижними столбиками. Вот
Вот у нас получилось 3 подхода по 3 столбика с двойным накидом. Дальше 2 воздушные петли. И теперь над первым столбиком с нашей стороны мы вяжем 2 столбика с двойным накидом в одну и ту же нижнюю петельку. Так, и третий столбик мы вяжем над соседним столбиком и соседнюю петельку. Затем вяжем 2 воздушные петли, 2 накида в соединительную петлю внизу. Мы туда ввязываем и вяжем 2 столбика с двойным накидом. Вот так. Дальше идет 3 воздушные петли. Первую арочку делаем соединение посередине. Снова 3 воздушные петли. И в соседней арочке делаем соединение. 3 воздушные петли, 2 накида. И снова в точку соединения в петлятом делаем 2 столбика с двойным накидом. Так, в ту же соединительную петельку, где она вот. Раз столбик с двойным накидом и второй раз. Так, теперь 2 воздушные петли, 2 накида. Теперь над первым столбиком вяжем 1 столбик с двойным накидом, а над вторым в одну и ту же петельку вяжем 2 столбика с двойным накидом. Так. Дальше 2 воздушные петли и 3 столбика над нижними тремя столбиками вяжем с двойным накидом. Вот так, снова 2 воздушные петли и дальше вяжем 3 столбика с двойным накидом над нижними столбиками. Так. 2 воздушные петли и снова повторим 3 столбика с двойным накидом над нижними столбиками. Дальше вяжется 3 воздушные петли, 1 накид и между нижними столбиками в арочку вяжем вот так. Дальше узор будет повторяться так же само, как мы только что провязали. Все, довязываем, довязываем, довязываем. Вот такая получилась уже салфеточка после 15 ряда. Так, посмотрим, что у нас на 16. На 16 мы также продвигаемся в нашу арочку. Но смотрите, здесь мы делаем подъем из 4 воздушных петель. 2 воздушные петельки идет промежуточные, и здесь уже столбик мы вяжем с двойным накидом, потому что вот уже 2 черточки нарисованы. Так, то есть смотрите, подъем, 2 воздушные петли и столбик с двойным накидом. Дальше вяжем 2 воздушные петли, идет 1, 2, 3, 4 подхода по 3 столбика с двойным накидом и между ними по 2 воздушные петельки. Здесь, где у нас внизу было 2 столбика с двойным накидом, мы в первый вяжем 2 столбика с двойным накидом, во второй вяжем 1 столбик с двойным накидом. Затем 2 воздушные петли, и вот эту арочку, которая у нас осталась одна, мы вяжем здесь столбик с двойным накидом, 2 воздушные петли и столбик с двойным накидом. Дальше 2 воздушные петельки, первый столбик с двойным накидом над нижним столбиком, и затем 2 столбика с двойным накидом над вторым. И снова идут 4 подхода по 3 столбика с двойным накидом и между ними по 2 воздушные петельки. В принципе, узор легенький,
Давайте будем переходить к вязанию. Так, вязанию 16 ряда. Мы продвигаемся сейчас в арочке, так, чтобы быть на серединке. Так, делаем подъем 1, 2, 3, 4 воздушные петли. Так, затем будут 2 промежуточные, 2 накида и вяжем столбик с двойным накидом. Дальше идет 2 воздушные петли и вяжем вот 4 подхода, да, по 3 столбика с двойным накидом и между ними будет 2 воздушные петли. Первый столбик, второй столбик. И третий столбик с двойным накидом. Провязали 2 воздушные петли, 2 накида. Снова вяжем 3 столбика с двойным накидом. Далее 2 воздушные петли и 3 столбика с двойным накидом. Раз. Два, три, 2 воздушные петли и 4-й подход вяжем из 3 столбиков с двойным накидом. Так, вот так. Далее вяжем после 4 подходов столбиков с двойными накидами, вяжем 2 воздушные петли, 2 накида и над 2 столбиками в первый вяжем 2 столбика с двойным накидом в одну и ту же петельку. Так, и дальше вяжем столбик с двойным накидом 1, чтобы было у нас 3. Затем вяжем 2 воздушные петли, 2 накида. И в этой арочке, вот у нас она одна, мы вяжем в нее столбик с двойным накидом, 2 воздушные петли и 2 столбик с двойным накидом в эту же арочку, чтобы получилось вот так. Снова 2 воздушные петли, 2 накида и над первым столбиком вяжем столбик с двойным накидом 1, а во втором столбике вяжем 2 накида, столбик с двойным накидом в одну и ту же петельку, получается вот такие 2 столбика. А дальше 2 воздушные петли, 2 накида. И вяжем снова 4 подхода по 3 столбика с двойным накидом и между ними по 2 воздушные петли. Так. Так же само, как мы и начинали. И этот ряд с подходами, да, вот так. 2 воздушные петли и снова 3 столбика с двойным накидом. Две воздушные петли и последние 3 столбика с двойным накидом. Так, дальше вяжем 2 воздушные петли, 2 накида и в этой арочке нашей вяжем столбик с двойным накидом, 2 воздушные петли, 2 накида и столбик двойным накидом. И знаете, что у нас сейчас получается? У нас получается одинаковый узор вот здесь и вот здесь. Так, все, довязываем круг до конца
И я скажу, бутон получается уже очень красивый. За 16 рядом приступаем к вязанию 17. На 17 ряду у нас уже идет вот такой узор. Мы перемещаемся на середину нашей арочки. От нее вяжем сразу 2, 4, 5 воздушных петель. Затем делаем 4 подхода по 3 столбика с двойным накидом и между ними по 2 воздушные петельки. Дальше идет над последними столбиками. Мы вяжем 3 столбика с двойным накидом, соединяем сверху одной воздушной петлей. Затем 2 воздушные петельки и переходим к нашей арочке, в которой мы вяжем 3, 6, 7 столбиков с двойным накидом. Снова 2 воздушные петли. Дальше над нижними 3 столбиками мы вяжем 3 столбика с двойным накидом. И дальше идет 4 подхода по 3 столбика с двойным накидом и между ними по 2 воздушные петельки. Когда мы подходим после вот этого узора, да, тут просто схема закончилась. Вот, после столбиков мы вяжем 5 воздушных петель, соединяем серединки и снова пошли вязать дальше. Заканчивается, вот видите, ряд нестандартно, а после столбика вяжется 2 воздушные петли, потом столбик с накидом, который ввязывается, и мы оказываемся на середине. Я обязательно включусь и покажу вам, как оно заканчивается, потому что дальше будет тоже такое вот оканчивание ряда. Я покажу один раз. Так, давайте сейчас провяжем 17 ряд. Вот у нас было соединение. Продвигаемся на серединку. Так, вот так, вот, вот так. Вяжем 5 воздушных петель, 2 накида и вяжем 3 столбика с двойным накидом над нижними столбиками. Так, 2. 3. 2 воздушные петли, следующие 3 столбика с двойным накидом. Так. 2 воздушные петли и 3 столбика с двойным накидом над нижними столбиками. Так, снова 2 воздушные петли и 4-й подход вяжем 3 столбиков с двойным накидом. Так, так, вот мы связали 4 подхода. Затем 2 воздушные петли и дальше над последними 3 столбиками мы вяжем 3 столбика с двойным накидом, но вот не довязывая до конца делаем 1 столбик, 2 столбик не до конца и 3 столбик не до конца. И теперь соединяем все одной петлей. Все. 3 столбика, которые соединены одной воздушной петлей. Дальше вяжем 2 воздушные петельки. И в этой арочке вяжем 7 столбиков с двойным накидом. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Так, затем 2 воздушные петельки и теперь
Первые три нижние столбика мы вяжем 3 столбика с двойным накидом и соединяем сверху одной воздушной петелькой. Так. И соединяем. Дальше вяжем 4 подхода по 3 столбика с двойным накидом и между ними по 2 воздушные петельки. Так. Первый подход из 3 столбиков связали. Так что-то у меня штатив падает уже. Устал работать. 2 воздушные петли. Следующий подход. Да, из 3 столбиков с двойным накидом. Две воздушные петли. Третий подход из 3 столбиков с двойным накидом. Две воздушные петли и 4 подход наших столбиков с двойным накидом. То есть после этих столбиков провязали то, что вязали в начале, только, как сказать, в зеркальном отражении. Дальше вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И переходим к вот этой арочке. Посередине просовываем крючок и фиксируем столбиком без накида. Дальше снова вяжем 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. И продолжаем так же самое, как мы и начинали. Так, вот такой узор получается в 17 ряду. Вяжем до конца, и потом я покажу вот здесь соединение, как оно соединяется. Вот я подошла к завершению 17 ряда, и, как я обещала, показываю, как он завершается. Вяжем 2 воздушные петли. Как по схеме, делаем накид, ввязываем в точку, где у нас было начало, так, там в петельку, и провязываем как столбик с одним накидом. Вот мы оказались на середине, там, где нам надо, по схеме. Так будут заканчиваться и следующие ряды, поэтому запоминаем, чтобы я ряд за рядом не показывала. Давайте посмотрим сразу, что у нас на 18 ряду. 18 ряд, вот, да, я только что показала соединение, мы остановились вот на серединке. Теперь мы провязываем 2, 4, 5 воздушных петель и делаем соединение в третью петельку на нашей цепочке. Затем снова 5 воздушных петель. Дальше идет 3 подхода по 3 столбика с двойным накидом. Между ними по 2 воздушные петельки и над четвертым, да, подходом в нижнем ряду вяжем 3 столбика с двойным накидом, соединяем одной воздушной петелькой. Дальше вяжем 2 воздушные петли и смотрите, над нижними столбиками мы теперь вяжем 7 столбиков с двойным накидом и между ними по 2 воздушные петельки. Снова вяжем 2 воздушные петли, 3 столбика с двойным накидом соединяем одной воздушной петлей, да, пропускаются вот эти вот снизу, и снова 3 подхода по 3 столбика с двойным накидом и между ними по 2 воздушные петельки. И заканчивая, и когда мы доходим, вот этот узор провязали, мы вяжем 5 воздушных петель, делаем соединение, 5 воздушных петель, соединение, 5 воздушных петель, и пошли так дальше, да, это просто схема тут нету, я показываю. И когда мы будем заканчивать этот ряд, то так же самое, как и 17, 2 воздушные петли,
Делаем накид в точку начала, вот здесь вот делаем ввязывание и провязываем столбик с накидом и оказываемся на середине, как только что вот я показывала, да, вот на середине. Вот сюда вот будет делаться ввязывание для окончания этого ряда. Ну а мы сейчас начнем вязать 18 ряд. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. Делаем ввязывание в третью воздушную петельку. Так, и соединяем. Снова вяжем 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. 2 накида и вяжем 3 столбика с двойным накидом. Так, над нижними столбиками. Так. Так. Вот. Потом 2 воздушные петли, 2 накида, следующие 3 столбика с двойным накидом. Две воздушные петли и вяжем третий подход из 3 столбиков с двойным накидом. Так. Снова схема подкрадывается ко мне. Так, дальше 2 воздушные петли и теперь дальше вяжем 3 столбика с двойным накидом и соединяем сверху одной воздушной петлей. Так, сначала столбики довязываем не до конца и сейчас одной петлей вот так соединили и все. Дальше идет 2 воздушные петельки, 2 накида, тут пропускается, переходим к вязанию над нашим веером, можно сказать. Вяжем столбик с двойным накидом, 2 воздушные петли. Дальше столбик с двойным накидом в соседнюю петельку. 2 воздушные петли. Дальше столбик с двойным накидом. 2 воздушные петли. И так вяжем 7 столбиков с двойным накидом. И между ними 2 воздушные петли. Так, вот я сейчас уже и заканчиваю. Так. Вот. Наш веер расширился. Дальше вяжем 2 воздушные петли. Пропускаем вот этот элемент. И здесь над 3 столбиками, которые идут после веера, вяжем 3 столбика с двойным накидом и соединяем одной воздушной петлей. Вот так. То есть до веера и после у нас идет соединение, так как было и в нижнем ряду. Ну, так, затем 2 воздушные петли и 3 подхода по 3 столбика с двойным накидом вяжем. И между ними по 2 воздушные петельки. Так, первый подход связали. 2 воздушные петли. Второй. Две воздушные петли. И третий. Подход из 3 воздушных. Ой, из 3 столбиков с двойным накидом. Переходим к вот этому узору. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. Делаем ввязывание в третью петельку. Так, соединяем снова 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель
И на этой цепочке делаем ввязывание в третью петельку и соединяем. Ой, ой-ой-ой, потеряла. Раз, два, три, четыре, пять. В третью петельку соединяем. Снова вяжем 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель, 2 накида и переходим к столбикам двойным накидом. Так, и сейчас я покажу, что у нас получается. Так, вот такой вот 18 ряд. Все быстро, легко. Салфетка опять пошла волной, но ничего, после стирки, я надеюсь, все выровняется. Пока вяжем дальше. Так, я смотрю, что что-то на 18 ряду, и очень такая волнистая салфетка получается, но надеюсь, после накрахмаливания и стирки она, конечно, выровняется. Поэтому... Так, продолжаем дальше. 18 ряд. Ой, 19 ряд. Будем вязать. Вот мы сделали соединение. Вот здесь, да. Я сейчас будем провязывать с вами. Покажу, что мы опять очутились на середине. Теперь мы вяжем цепочки по 6 штук и делаем соединение посередине предыдущих арочек. Раз. 6 воздушных петель, 2, потом снова 6 воздушных петель. Теперь тут осталось 2 подхода по 3 столбика с двойным накидом, 2 воздушные петельки между ними, снова 2 воздушные петли. Дальше 3 столбика с двойным накидом, которые соединяются одной воздушной петлей. Затем 2 воздушные петельки. Опять же вяжем столбики с двойным накидом над нижними, но вяжем между ними уже по 3 воздушные петли. Снова 2 воздушные петельки после столбиков. Затем 3 столбика с двойным накидом, которые соединяются одной воздушной петелькой. И 2 подхода из 3 столбиков с двойным накидом и между ними по 2 воздушные петельки. Ну а тут понятно, как вяжется, так же самое, как и в предыдущем, но большее количество идет арочек воздушных и из 6 воздушных петель уже. Так вот, закончила 18 ряд. Таким же способом, как и предыдущий, я показывала. Набираем сейчас 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делаем ввязывание вот здесь посередине нижней арочки. Так, снова 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушных петель. В следующую арочку делаем ввязывание. О, штатив уезжает. Так, извиняюсь. Так, делаем соединение. Так, снова 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушных петель, 2 накида, вяжем подход из 2 воздушных петель 3 столбика, из 2 воздушных петель вяжем 3 столбика с двойными накидами. Так, это первый подход. 2 воздушные петли и второй подход из столбиков с двойными накидами. Раз. Так, что-то у меня сегодня за день такой. 2, 3. Так, это мы сделали 2 подхода. Затем 2 воздушные петельки, накид. Сейчас мы вяжем. Сейчас мы вяжем 3 столбика с двойным накидом и соединяем сверху. А, божечки, я прошу прощения, у меня сегодня реально какие-то силы, наверное, не хотят, чтобы я вязала. У меня сегодня не мастер-класс, не знаю, что все падает, заговариваюсь. Так. 1 столбик связала,
с двойным накидом не до конца, второй и третий, соединяем одной воздушной петлей. Дальше 2 воздушные петельки, 2 накида. Переходим к нашему такому вееру, вяжем столбик над нижним столбиком, так, и 3 воздушные петли. Снова столбик с двойным накидом, так, рядышком вяжем, снова 1, 2, 3 воздушные петли, 2 накида. Так, дальше снова. И так провязываем все 7 столбиков с двойными накидами и между ними по 3 воздушные петли. Так, сейчас довяжу, тут осталось чуть-чуть. Так. Так, вот последний столбик. Вот так получается. Дальше 2 воздушные петельки, 2 накида. Переходим к вот этим столбикам. Здесь вяжем 3 столбика с двойным накидом и соединяем сверху одной воздушной петлей. Так. Вот, соединили. Дальше 2 воздушные петельки и вяжем 3 столбика с двойным накидом. Раз, два, три. Так, 2 воздушные петли и второй раз вяжем 3 столбика с двойным накидом. Так, затем вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушных петель и делаем соединение посередине нашей нижней арочки. Раз, раз, два, три, 4, 5, 6. Дальше во вторую арочку соединение. Раз, два, три, 4, 5, 6. И в третью получается арочку. Снова раз, два, три, 4, 5, 6, 2 накида. И дальше узор пойдет повторяться со столбиками и все. Вот такой узор получается. Вот мы начали. Сужается, веер расширяется, наш бутон становится больше и красивее. Довязываем 19 ряд. 19 ряд завершается так же само, как 17 и 18, но уже предварительно надо связать 3 воздушные петли, а потом столбик с одним накидом, чтобы быть посередине. Потому что тут мы вязали уже по 6 воздушных петель, поэтому надо тоже, чтобы соответствовало по размеру и быть посередине. Так, и давайте посмотрим, что у нас на 20-м. 20 ряд, так же само мы вяжем, так, по, так, 6 воздушных петель, арочки такие, да, тут уже увеличивается по количеству, соединяя посередине в нижнем ряду. Теперь остается один подход из 3 столбиков с двойным накидом, 2 воздушные петли и 3 столбика с двойным накидом соединяем одной воздушной петелькой. Дальше идет 2 воздушные петли. И смотрите, между столбиками нижними, где у нас провязывалось по 3 воздушные петли, мы вяжем, так, вяжем, поскольку ж по 6 столбиков с двойным накидом. По 6 столбикам. Тут вижу, что 6, тут 2, 4, 6. Да, по 6 столбикам с двойным накидом. Снова 2 воздушные петли.
3 столбика с двойным накидом соединяем одной воздушной петелькой, 2 воздушные петли и 3 столбика с двойным накидом над нижними столбиками. Ну а дальше между ними остаются вот такие арочки по 6 воздушных петель. Давайте провяжем, начнем 20 ряд. Так, вот у нас заканчивался 19. Набираем 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушных петель посередине. Тут у нас было 6 петель. Можно где-то плюс-минус серединку ввязываем и соединяем. Снова 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушных петель. И в следующей арочке соединяем. Снова 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушных петель. И также посередине соединяем. 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушных петель. 2 накида. И вяжем теперь 3 столбика с двойным накидом над нижними. 1, 2, 3. Так, теперь 1, 2, 2 воздушные петли, 2 накида и вяжем 3 столбика с двойным накидом и сверху соединяем одной воздушной петлей. 2, 3 и соединяем вот так. Так, дальше вяжем 2 воздушные петли и переходим к нашему вот этому вееру. Между столбиками мы вяжем по 6 столбиков с двойным накидом. Так, сейчас. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот так получается. По 6 столбиков, но тут не нарисовано, есть ли между ними воздушная петелька. Да, вот загадка. Но раз такое расстояние, возможно, там нету воздушной петельки, значит, вяжем без провязывания. И теперь снова 2 накида и рядышком также вяжем 6 столбиков с двойным накидом. 3, 4, 5, 6. Вот так получается. Ну, вроде как сливается узор. Давайте сейчас довяжу по 6 столбиков и к вам возвращаюсь. Довязала этот элемент, да, по 6 столбиков с двойным накидом. Дальше вяжем 2 воздушные петли, 2 накида. Теперь здесь провязывается 3 столбика с двойным накидом и сверху соединяется одной воздушной петлей. Так, 2, 3. Так, далее 2 воздушные петельки. И снова вяжем здесь 3 столбика с двойным накидом над нижними столбиками. То есть ничего у нас не меняется. Так. Так, так, так. 1, 2, 3. И дальше переходим к вязанию
арочек по 6 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6. Ввязываем середину и соединяем. Снова раз, два, три, 4, 5, 6. В арочке ищем серединку и соединяем. Дальше опять раз, два, три, 4, 5, 6. В арочку и соединяем. Раз, два, три, 4, 5, 6. И снова в арочку посередине соединили. Дальше раз, два, три, 4, 5, 6. Два накида и переходим к столбикам. И дальше узор у нас так и повторяется по всему кругу в 20 ряду. 21 ряд завершили вязать, да, смотрите, как красиво получаются наши бутончики. Посмотрим, что у нас на 22-м. Ой, 22-й вообще легенький. Тут, смотрите, тут идут сплошные арочки из 7 воздушных петель, и только вот посередине, здесь, где у нас, да, где были арочки, мы вяжем вот столбики с одним накидом. Вижу одну черточку. Так, а так везде одни арочки по 7 воздушных петель. Так, значит, будем вязать. Арочки простые. Вяжем, вяжем, вяжем. Рассказывать могу, сказать нечего, потому что все арочки соединяются над нижними арочками. Поэтому вяжем. И тут только столбик с одним накидом. Так, вот у нас было завершение. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. В арочку. Так. Дальше вяжется. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. И здесь у нас идет уже столбик с накидом. Один вот. Раз. Не до конца. Наверное, давайте провяжем с двойным накидом, чтобы было повыше. Два накида. Вяжем один столбик с двойным накидом не до конца. И в следующую арочку ввязываем второй столбик и соединяем одной воздушной петлей. О, так даже лучше будет смотреться. Дальше снова раз, два, три, 4, 5, 6, 7 воздушных петель. И ввязываем в арочку. Снова раз, два, три, 4, 5, 6, 7. И в арочку ввязываем. Дальше опять раз, два, три, 4, 5, 6, 7. И в арочку. Так. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. И в арочку. Ну, я думаю, узор понятный. Все везде соединяем в арочку, только вот здесь вот не забываем вязать столбики с двойным накидом, которые соединяются одной воздушной петелькой. Поэтому, я так думаю, смысла довязывать нету. Везде вяжем по 7 воздушных петель и соединяем в арочку посередине. И также делаем вот такие столбики. Очень быстро провязался 22 ряд, как говорится, не успела и глазом моргнуть. Все так быстро-быстро, арочками, арочками по 7 воздушных петель, и ряд завершен. Так, 23 у нас вяжется тоже из арочек. Так, но уже 2, 4, 6, тоже по 7 воздушных петель. И так же самое у нас вяжется столбики с двойным накидом уже над нижними вот этими столбиками. И тоже по 7 воздушных петель тоже делаем арочки. То есть ряд
у нас повторяется, да, поэтому давайте буквально чуть-чуть я начну с вами, потому что очень легкий. 2, 3, 4, 5, 6, 7, и варочку посередине. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, и варочку, ой, варочку посередине соединяем. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, неправильно сделала. Здесь уже надо столбики вязать. Так, потому что над столбиками. Значит, 2 накида. Варочку. Вяжем столбик с двойным накидом не до конца. Раз. И рядышком 2. Вот так и получается столбики над нижними столбиками. Дальше снова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот в том-то и момент, чтобы не прозевать, где вяжутся столбики. Да, вот так вот получается. И дальше до конца так же само. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вяжем по 7 воздушных петель и в середину варочку делаем соединение. Ничего не меняется, поэтому довязываем до конца 23 ряд. После 23 простого и легкого ряда мы начинаем 24. Это у нас предпоследний ряд в нашем узоре, в нашей схеме. Так, вот мы закончили, да, на середине арочки. Теперь нам нужно сделать подъем из 3 воздушных петель и довязать, из 4, и довязать 2 столбика с двойным накидом. В следующей арочке опять мы вяжем, получается, 3 столбика с двойным накидом, 2, 4, 5 воздушных петель в промежутке и снова 3 столбика с двойным накидом. И так в каждой арочке мы провязываем по 3 столбика с двойным накидом, 5 воздушных петель и снова 3 столбика с двойным накидом. Так по всему. Также я смотрю, что я закончила ряд. Тут надо было провязать не 3 воздушные петельки, так, а 4. Так, накид, и вот закончим нормально предыдущий ряд. Так, делаем подъем. 1, 2, 3, 4 воздушные петли, 2 накида. И под арочку довязываем еще 2 столбика двойным накидом. Так, это у нас начало. Снова 2 накида в следующую арочку. Под нее вяжем 1, 2, 3 столбика с двойным накидом. Затем 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. Снова 2 накида. И в эту же арочку вяжем еще 3 столбика с двойным накидом. Так. 2, 3, 2 накида, переходим к следующей арочке. Тут также само, 3 столбика с двойным накидом. Так, эта ниточка закручивается. Так. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель и снова 3 столбика с двойным накидом. Вот такой узор получается. Легенький, простой, довязываем до конца.
Приступаем к вязанию завершающего ряда, да? Вот предыдущий 24-й закончила вязанием 5 воздушных петель, сделала соединение в цепочку, где у нас был подъем. Так, посмотрим, чем же у нас заканчивается наша салфеточка. Так, мы делаем подъем из 4 воздушных петель, затем на цепочке из 5 воздушных петелек рядышком мы вяжем, так, сколько ж тут, 3 столбика с двойным накидом, которые соединяются одной воздушной петлей, затем 3 воздушные петельки, снова 3 столбика с двойным накидом, которые соединяются одной петелькой, сверху 3 воздушные петли, 3 столбика с двойным накидом, которые соединяются сверху одной воздушной петлей. И так в каждой арочке вяжем, хотя тут вроде бы можно понять, что 2 столбика, но тут явно видно, что по 3 столбика. Вот видите, по 3 столбика, поэтому вяжем по 3 столбика с двойным накидом. Так, так. Так, где мы говорили, поднимаемся. Наверное, с учетом того, что у нас идет ту-ту-ту, мы, наверное, сделаем по-другому, вернее, я распущу пару петелек. Так, ой. Раз, два, три, четыре. Сделаю все-таки столбик с накидом. Да, вот так вот будет лучше. И потом раз, два, три, четыре у нас идет для подъема. Два накида. И вот в арочку мы вяжем. Один столбик с двойным накидом не до конца. Второй столбик не до конца. И третий столбик с двойным накидом. И соединяем одной воздушной петлей. Дальше раз, два, три воздушные петельки, снова 2 накида, и в эту же арочку вяжем раз столбик с двойным накидом не до конца, 2 и 3, и соединяем одной воздушной петелькой, снова раз, два, три воздушные петли и 3 столбика с двойным накидом. И сверху соединяем одной воздушной петлей. Так, вот такие 3 столбика у нас получается, 3 подхода. Снова 2 накида. Следующую арочку вяжем так же само. 3 столбика с двойным накидом и соединяем сверху одной воздушной петлей. Вот так. Раз, два, три воздушные петли и такие же столбики. Так. Раз, два, три воздушные петли и третий подход. Да, из 3 столбиков с двойным накидом и сверху соединим одной воздушной петлей. Вот. Вот так у нас получается узор на последнем ряду. Как буду делать соединение, обязательно это вам покажу. Все, довязываем последний рядок. Как я и обещала, вот подошла к вязанию окончательного элемента в нашей салфеточке. И сейчас провяжем последние столбики с двойным накидом, так, которые соединяются сверху одной воздушной петлей. Так, это первый подход. Раз, два, три воздушные петли, 2 накида. Делаем второй подход столбиков с двойным накидом. 2. 3. И соединяем, и раз, два, три воздушные петли, 2 накида,
Вяжем теперь один столбик с двойным накидом не до конца, второй столбик с двойным накидом, а третий у нас вот был подъем. Да, мы в последнюю воздушную петельку делаем ввязывание, захватываем петлю и все вот так вот соединяем. Вот так. Теперь можно обрезать ниточку. Так. И зафиксировать. Вот так. Все. Вот такая салфетка у меня получилась. Так. Ее нужно теперь простернуть, накрахмалить. Я к вам вернусь, и мы обязательно замерим ее размер и увидим ее во всей красе, когда наша салфеточка крючком, да, я назову ее, наверное, бутоны, потому что какой цветок определиться очень трудно. Кто-то из подружек говорит, похоже на тюльпан, кто-то на пион, кто-то еще на что-то. А кто-то поддержал меня и сказал, что тоже как бы похоже на какой-то бутон, но непонятно на какой. Поэтому я назову салфеточку бутоны. Так, буду меньше разговаривать, пошла салфетку приводить в порядок. Вот салфеточка бутоны высохла, получилась очень красивой, даже какой-то шестигранной. По размеру вышло 38 сантиметров. Я вязала пряжей Оливия, в 100 граммах идет 900 метров пряжи и крючок 1 миллиметр. Вот такая красивенная салфеточка получилась. Надеюсь, мой мастер-класс вам понравился и был полезным. И будет еще очень приятно, если вы свяжете по нему тоже себе такую красоту. Ну, конечно, если вы возьмете ниточку побольше и номер крючка, соответственно, у вас получится диаметр больше. Поэтому я хочу на этом закончить уже свой мастер-класс, так как уже салфетка готова. Сказать вам еще раз большое спасибо за обзор. Подписывайтесь на канал Виколь Рукоделие, ставьте лайки и следите за новинками. Пока-пока!